Педагоги Прикамья представили свои идеи по проведению парламентских уроков. Такие занятия проводятся в регионе с 2006 года. Участники педагогического маркета презентовали свои авторские разработки. Среди них были предложения по проведению недели парламентских уроков, а также моделированию избирательного процесса и самих выборов. Уже в эту субботу, 17 сентября, в Березниках на территории спорткомплекса Новожилово пройдет всероссийский легкоатлетический пробег «Кросс нации». Забег проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография». Электронная регистрация на забег «Кросс нации» уже открыта на сайте умный-спорт.рф. После нажатия кнопки «Перейти к регистрации» необходимо выбрать муниципальное образование «Город Березники». Березниковский повар, сотрудник Центра социального питания, одержала победу на Всероссийской олимпиаде по кулинарии и сервису «Легенда». На кулинарном конкурсе среди школьных поваров «Школьный обед» победила Наталья Боброва, заведующая производством столовой школы номер 17. Наталья приготовила обеденный комплекс – суп-крем из зеленого горошка с соленым песочным печеньем, сразу куриный с кабачками и овощным пюре и облепиховый чай.